Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем проходить биомутанты. В прошлой серии мы объединили все племена, срезав, причем за один замах, захватили, получается, третье племя, и нам сказали, можем продолжать воевать с остальными, либо заключить перемирие. И сразу срезали огромный кусок рутинной работы. Но на самом деле, как ни странно звучит, у игры с ее большим количеством недостатков, там, недочетов, и главным это огромное количество, высокая цена, я подумываю после прохождения, полного прохождения, сам для себя потом поиграть за злого чувака, который разрушит, уничтожит вот это древо и всех будет убивать и казнить. Это как бы интересно. Вот в том бы случае, если бы мы играли за чувака, который захватывает все племена силой, я думаю, имел бы смысл как раз-таки это что за задание. А это... Это что такое? Доска объявлений. Так, ладно, я понял. А чё хотел? Тогда бы имело смысл на всех нападать, всех атаковать. Но я, как в прошлой серии обещал, мы с тобой сегодня походим вот по этим синеньким отметинкам, пособираем всякие лутецки и, может быть, еще какие-то дополнительные задания сделаем. Нам же в случае чего на ковчег... А что здесь? Отслеживать задание. Вернуться к Мугу. Мук, я к тебе вернулся. Ты что такое, мешок говна? Мук говорит, что нашел ключи в пугзильей кучке и всегда хотел понять, что они открывают. Обследуй остальные и обнаружишь другие ключи. Вокруг полно навоза. Мук говорит, что с последним монстром отлично вышло. Он надеется, что у тебя найдется время поискать с ним следующего. Говорит, что тебя всегда высоко ценили, в точности, как она. Но это не повод тянуть время. А вот это. Говорит, что если ты продолжишь ухоту, ты оглянуться не успеешь, как их всех переломить. Мне кажется... Солнце взойдет! Великолепно. Эй, ты так обожжешься! Кроме тебя... Никто тут не обжигается. А вот это больно. О, тебе нужна аптечка. Могу нравится твое общество. Так. Все какие-то... равно больше нечего сказать. Так, это где? Это вон там. Аж. Так, ладненько. Я к чему? Какие-то странные вот эти все возвращения. Отслеживать задания. Перенос. То есть мы ко всем возвращаемся, они нам примерно, даже, наверное, не примерно, а все то же самое говорят, что и говорили раньше. Так, мне нужно... День — отличное время для прогулки. Ломбокс. Мы здесь где-то заходили. Так, здорово. Мне нужен робот. Так, здесь должен где-то быть проход, наверное, в пещеру. Да, вот он. Топчи землю ножками. Подожди. Гроттила. Достаточно глубокая для серьезного следопыта. Твою мать. Это ты? Подожди, мне бы турель завалить. Да яблочко. Подожди, где он? Прострелен. Стоп. Хильнемся.
Ты на пике. Понеслась. Я забыл, как с турелями обращаться. Быстрей. Так, хорошо. Вот еще одна. А, мы ее уничтожили, хорошо. А, мусор. Да, конечно, ты угадал, ага. Так, есть. А, нам нужно здесь какой-никакой лутецкий собрать. Так, стоп, багажник. О, вот эта маска, видать, посимпатичнее, чем то, что у нас. Так, это для нашего этого робота. Куда-то он меня дальше. Но мы должны обследовать. Давай сейчас для начала снаряга, лицо. Ну блин, вот этот посимпатичнее выглядит, а вот это дает брони больше. Ладно, пусть пока будет. Тут что нового? Ой, как много всего. Но чисто теоретически, вот это лучше, чем та, которая на нас надета. Потому что если с этого снять все, что мы надели... Как наплечники. Я уже забыл, кстати, что в прошлый раз мы на этого насобирали. Ляпы какие-то. Кстати, 23 уровень разбираем на раз. Потом посмотрим. Не будем на это время тратить. Каска? Это на голову? А, спина. Зона завершена. Ну-ка, подожди. Спина. Серьезно? И чё? С ящиком... Будем с ящиком на горбу бегать, чё? Чё нет-то, когда да? Спокойствие, только спокойствие. Да я спокоен. Эх, прокачусь. Так, утка приехала. Отметить. Идем сюда. Так, и как бы нам не свалиться, чтобы... Могу сказать лишь одно, что в принципе-то это недолго их все собрать. Единственный долгий момент — это перемещение, потому что территории очень огромные. Обнаружен бионуклеус 8C. Эти башни — одна из главных причин... Посмотрим. Эти башни одни из... Вообще хпшки не слезают с них. Какая боль! Так, зона. Там какая-то специальная зона. Близкий контакт. Давай. Так, ну, короче, смотри. Бля, чё я туплю-то? У нас же уже 18 уровень. Давай тогда сделаем так. Снаряга. Как там это?
Нет. Правая рука. Дальний бой. И это что такое? Ага, это та пушка, которая... 400. Прям все что-то какое-то невероятное. Для расправы с врагами на огромном расстоянии. Подожди. Теперь нам нужно, получается, создать. Так, что-то я запутался. Вот так получается. Скорость стрельбы у него маленькая, но мы сейчас это исправим. Модифицировать. Так, ну давай, перемещайся. Приклад. О, можно еще и приклад присобачить. 684, 89. Ставим вот этот. Рукоять. Так, рукояти лучше. Вот это лучше. А, ну она стандартно идет. База. Так, магазин. 701, 705. Его ставим. Верхняя часть. Тебя оставим, получается. И дуло. Бля, создать, ладно. Звезд у него много. Блин, хотелось бы сделать, конечно... Расстрельное что-то. Так, где у нас? Получается, ты, что ли? Ну-ка, как ты стреляешь? Ну, нормально, слушай. Так, а как... Я одежку твою теперь отскребать надо особо старательно. Эта зона биологически заражена. Тут очень опасно. Так, мы сейчас ее посмотрим. Обязательно. А, нам нужно... Персонаж нам нужен. Первое. А, мутации. Повысить сопротивляемость. 100%. Типа так должно быть неплохо. Ну да, видишь, 100%, и значит все окейно. А зачем ты мне показываешь? Мне бы вот это отслеживать, убрать. Осмотримся здесь. Здесь должно быть много всего интересного. Вот, например, прицел. Вот это что за штука? Туда зона, сюда. Большая зона. Но я думаю, что тут есть еще какие-нибудь монстрики. Как мне сюда дойти? Так, а где всякие чудовища? Или тут никто не живет? Что тут где светился? Ты? Неприятно-то как.
А еще стошнить может. А один, я думал, три дали, думаю, нифига себе. Ну тут глянь, много всего. Надо все собрать. Нет, тошнить нас не будет, у нас 100% защита стоит. Так-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это проход с другого бока. Здесь тоже перемещалка. Темнота временно. Посмотрим. Их. А, то есть если я на эту водичку наступаю, то все равно заражение идет. Несмотря на то, что у меня сопротивление 100%. Не, ну ладно. Чего? А, вот чего. Такая у нас была штука. Видишь, запрятали. Так, что у вас здесь интересного? Я уже здесь заблудился. Так, подожди. Ломо молот. Дробящий. Ну, блин, дробящий неинтересно. Мне не нравится дробящий. Это мощно, конечно, но... Тихо. Вышел из лужи, блядь, быстро. Блин, что-то как-то это... Что-то как неинтересно, никого нет. Где? Вот, вот же. Мегаморг. А я кое-что видел. Блин, залезь. Слушай, мне кажется, он их вышибает прям на раз. Так отстань от меня, блядь. Да. Еще немного, еще чуть-чуть. Пушка вообще огонь. Клиент готов. Лобак, блядь. Ну, короче, пухи здесь решают. А, так. Подожди. Так. И так. Где пацаны? Погнали. Погнали. Все, ну блин, вообще неплохо. Это активная биологически зараженная жижа. Этой слизи хватит, чтобы вызвать изменения на молекулярном уровне. Ой, чуть я могу что-то сделать. Я бы цвет, наверное, поменял. Поинтереснее сделал бы. Давай вот так. Да, мутировать. Так, подожди. А цвет типа нельзя, да? Да. Когда ты отсюда выберешься, станет получше.
Да ну, хер его знает, не уверен. А как туда залезть? А туда нельзя залезть. То есть мне сейчас теперь чесать назад. Я открыл эту биолужу. Я хотел залезть по лестнице наверх. Ой, по лестнице наверх не получилось. Ну типа понятно. Было бы прикольно, я бы цвет поменял на какой-нибудь зеленый. Хотя тут особо-то и не видно. Так-то. Так-то не видно особо. Так, пойдем по заданию. На задание. Может там тоже какая-нибудь. Так, кто там? Прирост энергии активирован. Понеслась. Они... Что-то все разного уровня здесь. Пиф-паф, ой-ой-ой. Чего? Все? Ты отлетел? Я бы даже сказал, отскочил. Ну слушай, это зона для фарма вот этих вот биоочков, или как их назвать. А, это для нашего этого робота. Редкий. Понятное дело, что редкий. Так, это выход. Мы туда потом пойдем. Но пока нас ждет зеленая зона. Не отвлекайся от того, что нужно сделать сегодня. Завтра никогда не наступит. Понятно. А чего отвлекаться-то? Нифига себе ударчик. Вот это. Слушай, она прям вышибает. Прям реально круто. Я бы еще скорострельность какую-нибудь увеличить, был бы вообще ништяк. Блин, а чё, где еще? Так. Здесь что-то есть. Да, здесь есть реактор какой-то. Так, ну погнали, посмотрим, что там внизу. Если туда можно попасть. А здесь что-то нет никаких проходов. Подожди. Это не там, где мы только что были. Да, видимо, это то место. И входили мы там. Получается, проходили сюда. А что мы тут тогда не нашли? Возможно, мусор какой-то. Так. Лестница? А ты говоришь... Поднимайся. В смысле? Тут все заражено. В смысле, поднимайся. Пускайся. Так, и. А, все. Так, не понимаю прикола. Или это может быть другое? Вряд ли.
Это то же самое. Я лестницу просто не разглядел. Карабкайся. Да, хорошо. Так и получается. Ладно, не будем мы здесь ковыряться. В принципе, я так понимаю, что важные как раз вещи, места, моменты, они отмечены маркерами. Остальное, ну, может быть, есть какие-то секретные там тайные, но... Я не настолько любитель ковыряться в одном и том же. Так, мы здесь вышли. Шли здесь, а? Здесь она нас напали. Ну все, короче, ладно, пошли к следующему. Тут же нет ничего. Подожди. Может быть, как-то можно на крышу попасть? Это же тут обычная история, типа желтые какие-то штуки. Выпирают, мы на них запрыгиваем. Ну, вряд ли отсюда он допрыгнет туда. Да, вряд ли. Так, здесь ничего нет. Ладно, короче. Валим отсюда. Соответственно. Ой, долетим. Глотни воздуху. Ага. Долетели. Да все, хана. Поражение. Начать с последней контрольной точки. Ну, в теории, на самом деле, можно долететь. Надо точку чуть повыше найти и... А, да, ты тут сохранился. Отличная добыча. Контейнер с биокляксом я не нашел. Ну, так где повыше-то? Ну тут повыше получается, но подальше. Типа если вот туда пролетим. Все здесь выглядит как-то чахло. Да не говори. Так где? Где? Поехали. Отлично. А ты что за скотина, кстати? Жирная. Нюфломок. Куда это направился? Сейчас у него ХП восстановится, смотри. Смертельное оружие. Он завис. Никто не устоит. Да, спасибо. Было очень здорово. Как тут же? Ты на грани. Стой. Стой. Зубок, тыченка. Как ты некрасив.
Я ничего не буду говорить. Я раз пять нажал вверх, и ничего не сработало. Ну и что ты будешь делать? Помирать? Прямо между глаз. Подожди, он же сломан. Ну пусть там ковыряется дальше. Я этого чувака, вот который нас только что лазером разобрал. В точку. Давай вот так. Как там свет в конце туннеля? Пора по морде. Где он есть? Ты в опасности. Так, это слишком жестко. Хилка 100. Блять. Прах. Маразм какой-то. То есть без этого костюма я его нормально раскладываю, а в этом костюме нет. Эти стальные ноги созданы для быстрой ходьбы. Подожди, а есть что-нибудь такое хорошее здесь? Что такое? Ну это никак, блин, не влияет. Форс, спина, хьюмы. Так, это плечи. Нет, мне нужна спина. Ну вот такой возьмем. Дальше плечи. Теперь он еще красивее. Дальше. Ну, пусть так будет. Что это у меня, блядь, хвост? Смотри в оба. Полный отвал. Смотрю, смотрю. Во. Неплохо, погнали. А этих мы так завалим. Они никчемные. Осталось всего половина. Тихо. Так лучше. Буду вас столько. Топ. Бегаем, бегаем, бегаем. Аккуратно, аккуратно. Помереть не хватало. Долго перезаряжаешь? У тебя же мгновенная перезарядка. А, все, норм. Очки опыта 0. Монстр мертв. Вот.
Здешний воздух слишком прозрачен. Блять, все, пиздец, утонул. Так, это не отсюда. Все, я умер здесь. Так, значит, здесь можно вытянуть. Убежали. Разлетай-ка. Бак H2O. Погнали назад. Так, мы шли вообще вот сюда куда-то. Круто было. Вообще супер. То есть он нам отмечает, где его детали, запчасти. Здесь холодильник. Косой ног, редкий. Так, и что получается? Надо идти 400 метров. Может, туда переместиться можно. Опа. Опачки. Это была такая, я ее разобрал. Только, мне кажется, по качеству зеленая она была. Палка. Полный кач. Так. Подожди. Прям идти, да, сюда надо. Почему не могу туда перенестись? Это же моя территория. Мы пройдем здесь? Ну, вроде можно пройти. Тут еще и перемещалка. У тебя сейчас головокружение. Не смешная шутка. Посмотрим. Да, да, хорошо. Жаль. Чего? Что за место? Опять какие-то тайные катакомбы. О, как. Пойдем проверим. А я думаю, где же все сложные загадки? А они вот здесь как раз-таки. Осталось всего пара ходов. Соберись. Да, вроде все. Так, и что, лифт куда-то? Шли по заданию, зашли куда-то вообще не по заданию. Так, тут что? Тут то же самое. Ой, раз, два, три, четыре. Здесь все правильно. Раз, два, три. Ну, как правило, всех ходов хватает. Нет такого. Так, что включил-то? Не понял. Ну, я что-то включил. А, это типа среза. Ну-ка. Я все сломался. Турок застрял. Что происходит? Здесь же есть текстура. Вот. Я могу здесь перемещаться. Или текстуры снизу.
Так, подожди. Судя по всему, меня здесь не должно быть. Ну, я там был. Ладно. Ну да, это дополнительные, точнее, все запчасти для нашего мехтона. Ну вот. А вот и еще одна кирпичатня из старого мира. Какая же темная ночь. О. Заячья кость. Драконий череп. А для меня что-нибудь есть? 500 метров. Ой, 800. Перемещение. Ну, в принципе, отсюда. Давай тогда дособираем их. 3 штуки осталось. Тукс. Поверху или на роботе? Я почти транспортом не пользуюсь. О, у нас же новый кот. Поехали на коте. Вы ничего не видели. Тихо-тихо, пацаны. С вами вообще не хочу сражаться. А, все, мы, я помню. Я отсюда убежал. Осторожно. Так, уровень поднял, хорошо. Кто в него не попадает нахера? Руби и режь. Заморозим. Сила пришла. Вот так. Осталось их чуть-чуть, но нужно подхиляться. Теперь можно сосредоточиться. Снайпер. Вот это рано. Эй, эй, эй! Так, где? Ох, как я чисто случайно. Я вот этого крысёныша застрелил. Все, один этот здоровый остался. У тебя есть шанс сделать будущее лучше или хуже. Ты заяц, что ли? О, дубина.
Забирай это с собой. Так, хорошо. А где для этого? Для танка. Как, блин, попасть туда? Пацаны, где дверь? Ой, типа торгового центра. Ламку. Так, мы, получается, своего робота можем сделать помимо утки еще и зайца. В целом, неплохая перспективка-то. Так, обычный. Ой. Так, что у нас здесь? Ой, что цена. Ну, такое было уже. Все. Контейнер биоклякс. Все, зона зачищена. Так, тогда давай сделаем так. Сейчас не пойдем все-таки до этих... до оставшихся, чтобы не затягивать, и так много времени прошло. Сберу мускулистые мускулы силу, а на этом мы на сегодня заканчиваем. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК, делись видео со своими друзьями, ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья, всем пока.